28 студентов со всего Татарстана сегодня участвовали в Республиканской олимпиаде по естествознанию. В колледж нефтехимии и нефтепереработки имени Лимаева съехались представители 14 городов республики. Предприятие Нижнекамск нефтехим получило орден Ленина. Он сказал, это награда не мне, это награда всему коллективу. Пока студенты ломали головы над решением задач, для педагогов провели увлекательный квест по музею Николая Васильевича Лимаева. Учителя из других городов смогли пополнить свои знания о легендарном генеральном директоре Нижнекамснефтехима, о богатой истории компании и смогли воочию увидеть некоторые образцы продукции. О Лимаеве, если честно, я узнала, когда в социальных сетях была проведена викторина и даже голосование по присвоению, значит, вот имени аэропорту Бегишева. А вот приехала, когда попала в этот музей, и сказали еще раз фамилию Лимаев, вот я вспомнила про Бегишева. Ребята нашли новый подход к организации экскурсии, то есть современные методики, возможно, которые сейчас веют, наверное, педагогики, да, вот организация квеста, ими были определены определенные точки, по которым проходят, ну и в том числе и нам пришлось пройти по этим точкам, и рассказать уже об истории развития города Нижнекамска, об истории развития нефтехимии в Республике Татарстан. Николай Васильевич Лимаев – первый генеральный директор Нижнекамснефтехима. Николай Васильевич досконально знал все процессы производства на химии, был настоящим командиром компании, очень ответственно подходил к любой работе. Вместе с заводом под руководством Николая Васильевича строились дома, магазины, школы, больницы и другие социальные учреждения. Николай Васильевич награжден орденом за заслуги перед Отечеством 4-й степени, 2 орденами Ленина, орденами Октябрьской революции и Трудового Красного Знамени. 2019 год в Нижнекамске объявлен годом Лимаева. Кирилл Темников, Марина Чернышкова, N-Media.